Итак, приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по... А что у нас сегодня? Control. Тут название удалено. Я к чему? Здравствуйте, Тоди, здравствуйте, Кусязу, здравствуйте, Занда. Здравствуйте, Алексейс. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Дыня. Здравствуйте, Хелбрикт. Здравствуйте, Алкидров, здравствуйте, Федор. Сегодня попробуем все-таки игру запустить без гигалучей Хуанга. Ты удалил название. Понятия не имею, о чем в этом контрол написано. Кто знает. Так. Новости, да? Какие-то. Ходят слухи, ну, вроде как уже даже не слухи, о том, что консоли нового поколения выйдут в ноябре. И самая дорогая цена где-то в районе 45 рублей с копейками будет стоить. То есть 45, 47, где-то так. Что Carabox, как бы, самый дорогой, что PS5, то есть где-то получается на 12 рублей дороже, чем... PS Pro в свое время. Да? Ну да, если по магазинам именно брать. Нет, мне вот, если честно, понравилось случай Хуанга. То есть, если бы они, зараза, на стриме так не лагали, ОБС очень сильный. Ну, как ОБС не справляется? Кодек не справляется с такой нагрузкой. То есть, он вот как-то почему-то не... Вот его плющит от этого. Я не знаю. Реально от этого плющит. То есть, не то, что сам БС. То есть, у меня игра вообще не лагала. Вообще было замечательно, и смотрелось все очень круто. То есть, прям крайне реалистично, и смотрелось, ну, прям хорошо. Вот, мне понравилось. То есть, ну, реально смотрится так, знаете, более, ну, по-живому, что ли. Причем так, серьезно, более по-живому. Относительно... Ну, вот, без лучей, ну, серьезно, более по-живому. Значит, температура на пол падает, по потолку летает. А, Рязань-то, да, Рязань, она хитрая. То есть, ее вообще разгонять нельзя. То есть, с Рязани все куда как проще. У нее там надо купить, если вы хотите разогнанную, то купите сразу разогнанную из магазина. То есть, я не предоставляю сразу разогнанную, потому что самому гнать Рязань это искусство. Да и с Intel'ом еще более-менее все попроще, но вот гнать Рязань это прям реально искусство. То есть, надо быть профессионалом. Привет, Сокрокоджим. Нижняя часть лица еще хуже, чем у меня. Еще нормальная челюсть. Не, ну... Почему? Некоторым любят побыстрее. У меня вот проц разогнаны. Мы. Здравствуйте, Лунари. Температуру в простое сбить хочу. Ну, смотрите, температура в простое 27-30, это нормально, с учетом того, что у них рабочая температура сотка примерно. Плюс-минус. Ну, где-то, короче, где-то 90 у них рабочая температура. То есть, критическая температура у них уже где-то около за сотку выходит. То есть, то, что, например, пишут о том, что, боже, он греется до 90, это такой ужас. На самом деле, херня. Вы посмотрите, как они, например, в тех же самых ноутбуках или тех же самых приставках работают. Ну, в тех же самых Соньках. Они там херачат, да будь темнать этого, прям в путь, там реально печка. Вот, они там реально под сотку греются и спокойненько себе по 6, по 8 часов фигачат, вообще без проблем. 50 простое. 50 многовато, да, наверное, как-то. Как перестать играть в этот ваш... Не знаю, не меня спрашивайте, я вон с классики играю периодически все время. Ой. То есть, как бы, в моем случае, я вам не подскажу, как перестать играть в WoW. Я даже сейчас он паладина докачал до 80-го, до 120-го.
Купил ему шмоток с аукциона, как бы, 400-го айдем левела, все, теперь у меня есть паладин, маленький паладин танк. У меня на ноуте дексели потемелка братца. Ну, вот я про что и говорю. Они сделаны так, чтобы работать при максимальной нагрузке и при этом максимально долго. То есть, ну сделано оно так. Говно. У меня, кстати, 6 кулеров. И боковая крышка снята в компе, так что... В 7 играх на ультрах так даю. Понимаете, что самое интересное, как бы у меня вот на ультрах, ну, в 2К, у проц, дай боже, где-нибудь за 50 уползает копейками. Максимум до 60 я видел, он доходил. Когда вот я стримил на проце, вот тогда было весело, да. Перезаряжайся, давай быстрее. Ух ты, блин. Понял, утекаем. Да-да-да, не сдаюсь. Блин. Говорят, что без боковой крышки может быть хуже, пыль засосует. Вы знаете, почему пыли боятся, в принципе, как таковой? То есть пыли боятся, потому что она может создать только проводящую поверхность. При температурах около... Ой, чтобы вам не соврать, около 60-70 градусов. При влажности в воздухе, вроде как. Там нужна влажность воздуха, плюс того, чтобы была определенная температура на плате. Вот. Пыль действительно быть может. Но поверьте мне, это настолько древняя херня, что... Как бы, вот пыли что-то может случиться, что как бы нет. Вот надо иногда просто прочищать радиатор, потому что радиатор реально может пылью забиться. То есть его можно раз в месяц прочистить банально, продув его, либо феном, либо просто прочистив лапками. Вот. И все. Или еще плохой проводник тепла. Да, в том числе, кстати, да. Здравствуйте, сенер Вичес. Так что, это очень бородатая, знаете, история о том, что, ой, боже, пыли много наберется, бахнет, да, бахнет. Но только в очень редких случаях. И поверьте мне, ну, она может, конечно, бахнуть, но в основном она может бахнуть, когда там просто чудовищная температура. На производстве может случиться. Это да, но не более. Раз в месяц, ну да.
Не, он раз в месяц его, как бы, у меня есть щетка специальная, я раз в месяц прочищаю радиатор. Ну, я забочусь о технике. Кто-то может реально раз в год его прочищать. У меня он товарищ на работе каждый год в Новый год. Он разбирает все железо, что есть в компе. Вообще все железо. И промазывает его. Вообще все. Вот вообще все. Термопасту меняешь? Нет. И один раз, когда я купил процессор, когда я покупал, я купил дорогущую термопасту. По-моему, «Медведь» или как-то так она называлась. Я не помню, где она до сих пор лежит. Вот, я ее аккуратненько нанес, приклеил и забыл. Грызли, да, точно, грызли. Вот. Потому что термопаста, ее менять не надо. Она нужна как только проводящая поверхность, то есть, чтобы она была соединение с крышкой. То есть, если вы не пинаете комп постоянно, то есть, вы его не трясете, не бьете, не пинаете постоянно, он не подвергается постоянным деформациям, то есть, вы не засовываете руку в... и не, как бы не хватаете радиатора, и не трясете ее, как, блин, как бешеного или кулер, то ничего менять не надо, вот как бы вообще не надо менять, потому что они как соединились во время того, как вы термопасту нанесли и присоединили туда, соответственно, ножку радиатора. Все, больше ничего делать не надо. И начинает хуже проводить тепло. Если есть внешний приток воздуха и соединение было неполным, да, может быть... Короче, если вы нанесли хит, ну, короче, если вы нанесли правильно и прижали, то, как бы, да, между ними нет прослойки воздуха. Если вы винты не затянули и не дожали, или как-то притянули неправильно, и там где-то есть микрощель воздуха, либо вы ее тряханули как следует, и появился как раз вот этот вот момент с воздухом, и как бы отошел контакт, то, да, надо как бы термопасту заменить. То есть, если... вы видите, что у вас начинает прот скреться сильнее, либо какое-то железо, то значит борода, значит надо поменять термопасту. Это реально, да, но если такого нет, то значит такого нет. То есть, ну не каждый год ее надо менять, серьезно. Ты что, не трясет привычки радиатор? Нет. Давно сдохла Луденко, на улице, когда проходил стар, на самом интересном месте, неприятное. Ну, водянка, да, может быть. Я тоже думал водянку брать в свое время. Меня жаба задушила, если честно. Это еще служит накопительным градусом по программе Astralnav. А, это... Куда она уехала? Да, ладно. Правильно делаешь этот выбор? Ну, не знаю, не каждый же год. Так, нам... Вообще, вообще можно и сюда зайти. Altered item number 52 AE analysis session 2. I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock. No response. Next, I will introduce heat via a standard Bunsen burner. No response. Next, a series of solutions will be applied, each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. No response to any value. Next, I will attempt to communicate. Can you understand me? Can you understand my words? Quack. If you can understand my words. No response. This concludes session 2. We'll need time to prepare further tests. Хорошо.
У вас игра, кстати, не фризит иногда. Ой, скажите, если фризит, я настройки еще сильнее уменьшу. Водинка стрёмно, водинка пафосно. А чё водинка стрёмно? Там же масло, масло диэлектрическое. Оно ток не проводит, так что насрать. Главное, чтобы оно, знаете, ну, в блок питания не попало. У нас остальное всё херня. Вообще, тут еще геморрой, это протекает, то рвутся, как медведь, что-то он в январе, то не охлаждает толком, нормально, типа, что нереально. Ну, нормальные водянки идут по цене, я думаю, наверное, 10, может быть, 12, я что-то смотрел, вот эти вот, знаете, понтовые от... От там, что там, от Cooler Master или что-то вроде этого. От цены вообще ничего не зависит, серьезно? Мне казалось, что как бы ребята, которые просят за свою работу больше денег, делают свою работу более качественную. Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Фризит иногда. Давайте тогда уменьшим. Параметры. Play. Давайте меньше понтов, вы все равно их не видите. Are taken over by the hiss. Вообще декодеры современные очень хреново справляются с 2К. Я думаю, пока вот посмотрите научиться, блин, монтажу как-нибудь хитренько. Можно будет видосов 2К записывать. Так, кто сказал кря? Раза делакс. Это лучше воды. Пробки 6 минут здесь граф в сравнении с кулерами и даст это не дешево. Ну, если вы имеете в виду эту кастомную водянку, блин, кастомную водянку еще и собрать надо, на самом деле, это тоже то еще удовольствие. Это такой, знаете, немалый скилл нужен, чтобы кастомную водянку собрать. На самом деле, там масло. Там реально масло. То есть, если бы там была вода с присадками для цвета, если бы где-то порвался шланг, вашей системе достал бы писец. Поэтому там диэлектрическое масло. Я тоже в свое время думал, что там вода, а потом я как бы глянул разборы того, что там находится, там реально масло. В самых дешевых, да, в самых дешевых вода, но, извините меня, водянку за 2 рубля брать, это, блин, ну я не знаю. Блин, фак мой мозг, а? Я десяток прошел всяких от 50 до 500 УЕ, и половина помпа шумная, участие комплектный кулер орут, там вода. У людей рвутся в систему, наступает писец, у других может быть и спецжидкости с высокой теплоемкостью, но не масло. Масло херово отводит тепло. Ну, там какое-то диэлектричество, диэлектрическая жидкость. Я вот прям врать не буду, но я смотрел разборчик, там вроде масло было, говорили мужички. Так, нам нужно сюда, сюда, да, сюда, 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 сюда. Ну вот. А, двойка, да? Так вот.
Здесь тоже двойка. Все. Гастом на вытащил, поставил Кракена, например. А костомки это за гранью нужны и руки, и бабки, но эффективность высокая. Там не то, что, да, и руки, и бабки, я согласен. Там вроде кастомная водянка рублей 30 стоит, если я прав. 30-32. Причем вроде как не в сам, не в каждый корпус она подходит. Здравствуйте, Скиф. Hello again, Director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. У себя в блоге, что заливает смесь пропилен-гликоля и дистиллированной воды. А как они тогда добиваются диэлектричества? Я не понимаю. Вода в любом случае проводит ток. Ладно, сначала, видимо, все перфокарты найти. Да. Никак, притекла вода, все сгорело, ну, блин. Я вроде от них тоже смотрел, но они же говорили, что если протекла водянка, то ничего не будет. А, блин, вспомнил, да, да. А, ну вот смотрите, то есть вот он наливает... Вот. На мост налил. На разъемы налил. Ну вот он как бы, да, в блок питания налил, и блоку питания настал писец. Так-то как бы материнки-то насрать. Вода не проводит ток, проводит примеси. Здесь, конечно, не существует в мире чистой воды, но вся вода с примесями идет. Это логично. Призма черного камня – это уникальные структуры, выдающиеся как по своей форме, так и возможностям. В то время как плотность черного камня поглощает параестественные силы, уникальная структура призм сохраняет частоты в диапазоне от до герц идеальной что-то гармонизации. В данном отчете анализируется система фокусировки. Блин, сплошное это. Сплошное цензурирование. Ни хрена непонятно. Видимо, сегодня что-то новое узнали. Оказывается, там вода просто очищенная. Среди деконструкторов ты покупаешь финтики, радиатор, колбу, помпу, все на шлепки, на чип и трубку в метрах, а дальше милости просим, собирать и подгонять. Я расходил в таком участвовать, именно хочу 7 часов все косую. Неплохо. Короче, если хотите кастомную водянку собирать, отдайте лучше кому-нибудь, да? Пусть у него будет незабываемый вечер. Здравствуй, Измок. Как игра? Она мне нравится. Вода плюс пыль на материнке как раз могут стать тем самым проводником. И бабах. Как лучше в голливудских фильмах. Так, надо... Так, погодите, надо думать, да? То есть нужен вот номер 3. Ну, давайте посмотрим номер 1. То есть номер 1 вот такой вот. Давайте посмотрим, как это вообще работает. Ну, вроде он.
These whiteboard drawings may be important. Номер два. Номер два, одна сторона черная, вторая белая, я так понимаю, да? Номер три, квадрат. Ты точно номер три? Номер три. А там черный квадрат, а это номер пять. It looks like he was working on something to do with these symbols. Так, номер четыре, квадрат с одной стороной. И номер пять, последний. Здравствуйте, Александр. Вокруг сплошное обманул его. Ох, ядрен батон. Я вообще не понимаю вот эти вот приколюхи с мини-корпусами на самом деле. Зачем? То есть, ну... Я понимаю, то есть, если у тебя как бы стол маленький, может быть, ради этого, но... Чё-то мне кажется, что это весьма сомнительно всем. Давайте думать. Мы это все не любим, я понимаю. Или кто покупает студию 15 квадрат. Ну, вот это... Ну, хотя... То есть, я куплю себе маленькую квартирку, зато куплю и херенно дорогой маленький ПК, да? Ребенку для школы нормально мини. Он его с собой в школу таскать, что ли, будет? Нахрена ему мини-компьютер? Можно купить ему обычный компьютер. What do these whiteboards mean? Так, погоди, может быть, я был совсем не прав во всем этом? И что на самом деле двойка... Вот. Это тройка. То есть вот это может быть двойка. Не, я понимаю эстетичность. Необходимость в эстетичности. Так, это номер 4. Но номер 4 там написано, что он явно вот такой вот. Обычно в боте ребенка меня, типа, не дорось до боти, да? Но только если с этой стороны смотреть, конечно. Здесь одна сторона должна быть. В тройке полный квадрат. Я что-то не догоняю, что ли? Вот единица это вот без вариантов, да? А может быть двойку с тройкой надо переместить местами, я понял. Может быть они по-разному идут. Да-да-да-да-да, двойка с тройкой перепутаны. Ах, переделал. Ну вот. Здравствуй, Солбат Гай. Блин. The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. We need more BlackRock prisms to make this machine work. Darling has another lab, down in the BlackRock processing site and maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way.
But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this keycard. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large-scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Here, this will lead back to Central Research. Чё-то я не понял, да откуда там небо было? Разъехан же. У нас есть вот такая пушка. Другого пока не умеем. Может, у нее какой-то тоже, знаете, особый пулемет силы. Откуда мы знаем, мало ли. Забавно прыгает все-таки. Движение справа налево, моя слабая сторона. Рывок, да, есть. Большой корпус, существует огромный пюзах. Цена хорошей водянки, можно взять топовую башню, например, от ну кто. Боится протечек и сильно тише. Ну, у меня, по-моему, корпус где-то рублей 12 стоит. Я правильно помню, только башня здоровущая, писец. Не столько места свободного. Это, блин, наверное, весит еще, наверное. Я, чтобы не соврать. Ну, может, килограмм 7-8, вот, сама по себе, там, тупо железо. Все-таки не могу я туда попасть. Как видите. Не допускаю. Мне сказали, пока я пятый допуск не получу, туда соваться бесполезно, потому что последняя часть где-то вон там. Вернее, части. Как бы это подсветка? Нет, без всего, просто здоровущий огромный кусок железа. Она дала допуск, но, видимо, допуск не такого уровня. Здесь у меня есть ЛГБТ подсветки, только материнка. И то я ее. Ну, материнка я видюха. И то я ее не вижу.
Они какие-то там ЛГБТируют. А, ну такой тогда такая штука прикольная. Не от ног-то, но такой же, но однорадиаторный. У меня как бы тоже ног-то, но попроще. Так, мы смотрим какие-то квесты, да? Вместе переработки черного камня. Вот здесь следует предмет силы. Посмотрим, где тут предмет силы есть. У меня половинка этой штуки, у меня то же самое. И середину смотрел, да, мне понравилось. Очень классно сделано. Мне даже актеры понравились. То есть, в принципе, под типаж вполне себе подходит. Ну как-то вон туда надо попасть. Надо подозревать, что мне нужно попасть будет. Вот сюда куда-то. А не было ощущения, что этот фильм от Marvel? Ну, по тизеру нет. Тихо-тихо, спокойно. Тихо, спокойно тебе говорят. Найди, направьте это в сектор исследования для проведения анализа с пометкой «Мои вещи силы». Доктор Дарлинг, прошлой ночью мне приснился сон. Во сне явилось решение кадровой проблемы, которую надо передо мной подняли лишь вчера. Проблема носит конфиденциальный характер и потому должна оставаться неразъясненной, но я могу заверить вас в том, что метод, с помощью которого мною была получена эта полезная информация, был, несомненно, параестественным. Я могу лишь делать вывод о том, что я обладаю исключительно вещими способностями и в данном ипостаси предлагаю свои услуги исследовательским группам бюро. Мои силы следует использовать на всеобщее благо за подписью господина Фрэнсиса Бертрама. Ну, хватит все ломать, да господи ты боже мой. От книги я не прочитал, пройдет не зря. Хорошие книги. Да. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. Дюна хорошее начало, как бы, а вот что у нее с продолжением, я как-то даже и не знаю. Ладно. А сегодня эпизод Богома Викингов, да, ну ладно. А, вижу.
Изин. Please state your name for the record. Paul Warren, Astromark, first class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal untangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Да хватит все ломать-то. Использовать заход для завершения испытания в астральном измерении. Если вы где-нибудь спрячете, когда комитете, найдите другой способ с подобными врагами. Неплохо. Че, ребята, кто отпустил? Не отпустил, да? Brains were fried when I took over the object. Как ты это спокойно говоришь, а? Прям какой кошмар. Пошли дальше, что делать? Все, если он куда же без этого-то, да? Ну, посмотреть, могу ли я новое оружие сделать. Да, реакция капусты — это явно про меня. Камуфляж. Камуфляж? Умолитив точен, его снаряд не пробивает броню врагов, но либо он пробивает броню врагов. Он при низком здоровье. Масштабирование плюс 12%. А, попробуем. Снайперка.
Так, на центр техобслуживания попасть через вот так, да? Точно? Прицела нету? Чё дали? Может, потом прицел дадут. Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he all right? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan, once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? Ты пить за Федором следит, я смотрю, да? Где? Куда нам надо? Сектор приз на барабане. Центр обслуживания, понял. Сектор обслуживания. Сектор обслуживания, коридор доступа. Сектор обслуживания. Долосните до 40 градусов при просмотре стрима. Ну, прохладные стримы, чего вы хотите? На стримах рассказывается прохладная история, и сам стрим по себе стрим тоже прохладный. Остужаем, знаете, остужаем жопу и процессор. Кашпировский воду заряжал, а я вот процессор и жопу остужаю. У каждого свои таланты. Так, а мы вообще куда-то сюда идем или не сюда? Я дюже надеюсь, что в правильном направлении куда-то иду. Так, а если я не хочу это... А, может быть... Никогда. Ну, хватай его. Аллилуйя.
Блин, а тут только чего? Понял. Понятно. Кто-то заселить запытался. Ведь зараза, ключей нету. Комнаты никакие не открыты. Ну, дергайся. Может быть, еще раз проверить. Я начинаю ненавидеть. Это сраный отель. Теперь все комнаты закрыты. Ну ладно. Понял. Колдовство случилось. С этой игры мозг сломать можно. Маршал отправляет Джесси на переработку черного камня. Перейти в ритуальное дело. Да идите в жопу со своими вот этими вот. Я тут пропал. Класс. Эй, ти-ти-ти. Ну и что я сделал? Зачем? Для чего? Почему? Когда? Здравствуйте, Shadows. Да прыгай вниз, а? Обязательно. Головой вперед, так сказать.
Я не то. Так, я отсюда. Я отсюда, кажется, пришел. А, мы, кстати, моды какие-то ставить умеем, да? Ой, я могу плюсовку какую-то поставить. Уровень 3 неплохо. Лабиринт? Кажется, не совсем. Okay, we need to find a way to Black Rock Park. That's where Marshall said we'd find a prison. А, никто не ожидал, что я так сделаю. Reminder. If the contents of your workspace have been rearranged, removed, added to, or altered in any other way, you should immediately leave the area while speaking to yourself in a reassuring tone. This will not only keep you calm, but also the room. Thank you for your attention. Ладно. Блин, пятого доступа как не было, так и нет. Мне все еще интересно, кто такой очень услужливый, двери при этом все время открывают. Опа, вы тут что тут делаете? Здорово. Черт, опять эта херовина. Ну иди сюда. Опять куча людей наверху появилась. Для своими переходами и техническими залами уж очень напоминает Portal 2. Мало что и вдохновлялись. Блин, тут оружие прям хоть жопой жуй. Это мы такое уже знаем.
Где тут везде увидите убежище, а? Если они все пустые. I'm glad to see you're still you. Hey, thanks for bringing down that whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. But I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a hiss monster has decided to move in. So that's great. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and, well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Мне нравится, как они невозмутимо все это воспринимают. Вообще, Бобик. Смерть, убийство, непонятная срань. А обычный день, чего бы нет-то. Обратили внимание на недавнюю напряженность между Тренчем и Дарлингом. В последнее время они вдвоем ведут себя странно. Тренч беспокоит меня больше всего. Его внезапная враждебность к проекту Дарлинга очень не похожа на него. Именно он первым одобрил все эти исследования Гидрона, но после того, как Дарлинг обнародовал эти руку, он пришел в ярость. Лично не вижу никаких причин оснащать сотрудников бюро дополнительным защитным устройством, особенно если оно не такое мощное, как утверждает Дарлинг. А что вы об этом думаете? Замечали за ними какие-либо поразившие вас странности? Давайте поговорим с глазу на глаз в ближайшее время до того, как будет проводиться следующая встреча глав бюро. Ranger Squad Charlie 7 returned from an expedition into the quarry threshold just after 0500 Zulu. Can you please state your names and describe the purpose of your expedition? Kevin Horowitz. Rupert Wells. Our mission was to map quarry grid coordinates G29. Secondary objective, as always, from the threshold entrance and maintenance to the formation. Secondary objective was not a success. What is it left? And did you encounter any previously unrecorded event or entity while inside the threshold? No, nothing. Do you think we should tell them about the mermaid? Excuse me? Yeah, the mermaid. Horowitz here found this mermaid in the quarry, just sitting on some black rock. She was singing this beautiful song, and he was overcome with desire. We'll push through this. Oh, she was so alluring. I'd say she was more enchanting than alluring. Fine, enchanting. Did you tell your CO about this? No. Because it didn't happen. Nothing happened. As usual. The quarry is full of rocks. That's it. Can we go now? Fuck you guys. Get out of here. Да. Почему такой перметр? Ну, хрен его знает. Может, это стандартное вооружение, только такое вот оружие действует на дваре, которая здесь есть. А может быть и нет. А может быть потому что. Кто его знает? Arish wasn't kidding about that monster. Значит, у них дырочка какая-нибудь сбоку фиолетовенькая есть. Из-за этого только такое оружие здесь работает. Тут хрен его знает, серьезно. Тут объяснение бесполезное. Лодка-лебедь. Изделие изготовлено из стекловолокна и покрашено так, чтобы напоминать лебедя. Нужные педали позволяют объекту перемещаться в воде.
Объект излучает ощутимые пульсы силы. Возможно, связь ОП-5. Измерение точной силы импульсов было затруднено из-за опасения отдела ресурсов. Происхождение в течение лет объект неоднократно сбрасывал в воду отдыхающих, желающих на нем прокатиться. После чего о нем написали СМИ. В результате информация об этом объекте дошла до агентов бюро, он был взят у службы проката, расположенной на озере Вунвикер, Канада. Доставка предметов в бюро осуществляется на вертолете. Объект сопровождался специалистом по сдерживанию, который зачитывал формулы с C9 до 32 и в обратном порядке. До сих пор доподлинно неизвестно, что произошло с вертолетом, но все агенты погибли в авиакатастрофе. Объект же был найден и доставлен в бюро поездом во время... дальше, видимо, не положено. You showed me the HRA when I first got here, and the machine that makes them. Can you help me find a prism? Это что за... Ну и где эта бубыня, и что это было? Вот он собирается, вижу. Черт. А, я думал, он неосязаемый. Пока не появятся неуязвимые. Черный камень позволил бюро добиться значительных успехов в вопросах сдерживания и нейтрализации измененных предметов. В настоящем отчете речь пойдет о том, как сама структура камня, имеющая плотность, нейтрализуется резонансы в диапазоне от и до скольки-то герца, в общем-то. Будут проанализированы инновации бюро, использующие черный камень, в частности, просеки, технические разработки, предназначенные для предотвращения любых будущих вспышек, атак или других внутренних угроз. Этот отчет призван побудить сотрудников бюро к дальнейшим исследованиям, основанным на черном камне, поскольку работы в этом направлении в последние годы существенно замедлились. We call these areas... The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. That's where Black Rock comes from. You heard that too, right? Black Rock comes from a threshold quarry. So, the prisms must be there too. Think of it as paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Black Rock Line firebreaks are about. The panopticon container cells. Sorry to interrupt, sir, but I need the code for the quarry elevator. Emily. The code's Black Rock 665. Neighbor of the Beast. Get it? We can do that again. Это мне сдается, что, в принципе, с безопасностью у ребят крайне хреновенько все. Это просто ключ. Теперь пятый доступ есть. Точно.
А вот теперь можно рассказать загадку. Ну, или, по крайней мере, попробовать. Everything here is crazy. Weird, but it feels right. Like how the world should be. I am in an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm happy. Здравствуйте, Грилл. Вы не продолжаешь. Ну, что поделать-то? Раздвигаем... булки. Сознание. И булки. Короче, что-то раздвигаем. Я не знаю, что именно. В этих случаях большинство сущностей стают невидимы с помощью пси-корректировки, либо искривления видимого поля, либо камуфляжем, так как несязаемость вместе с возможностью ориентирования потребляет гораздо больше энергии, искажение пространства очень тяжело делать динамично. Так, хорошо. Доброй ночи, Алексеус. Здравствуйте, дорогой дезинтегратор. Чуть-чуть обнуть урон. Так, блин, не так просто, как кажется. Попробуем долбанную задачку решить. Когда ты... Куда ты, видимо, все-таки не туда телепортировался или туда? Первый раз все-таки куда-то туда. Блин, тут заплутать, блин. Не. Баба-Яга недовольна. Отвалите, гады. Блин, ну куда-то я не туда все время бегаю, а?
Как все-таки приятно осознавать, что они более кривые, чем я. Здравствуйте, да-да-да. Что, название удалено? Я понятия не имею. Видимо, не положено. Здравствуйте, Навара. Да вот после нагрымания, если у Шумуда вышло так себе. Ну, то она правда вышла так себе. Честно, я понятия не имею. Может, братанов покатаем. Хотите, можно WoW Classic паладина покачать. Хотя это, правда, довольно уныленькое занятие. Блин, слишком старый, я сейчас хрен запустишь нормально. Семь. Декларация везучего предмета. Бронзовый коробкой Китая привлекает изобилие и богатство в фэншуй. Подковы Ирландии отгоняет зло. Ориентация важна, каблуки вверх. Удача сохраняется, каблуки вниз, удача тянет наружу. Манеки Неко, Япония. Зазывающая кошка, используемая в магазинах. Лапа поднята вверх, привлекает покупателей и создает удачу для владельцев бизнеса. Четырехлистный клевер Ирландии. Трехлистник – редкий вариант растения, связь с лечебными ритуалами друидов. Слон Китая, защита, удача, мудрость, фэншуй. Лампочки разные, задокументированные ритуалы азартных игр указывают на то, что удача возникает, когда все огни в комнате включены. Эффекты предметов подлежат изучению, исследуйте ориентацию подковы, также примите во внимание расположение предметов по фэншуй. Близость предметов удачи может повлиять на показания удачи. Для получения дополнительных... информации. Как это вообще работает?
Так, ну поехали. Так, это включено, это включено, это включено, это включено. Листик стоит. Я, кстати, не понял, что с рыбой надо делать. Кабинете так клевер как бы стоит, да, мы же его поставили, вот он. Если мы его уберем, то будет 5. Да, 4. О, черт! Да вроде тут как раз таки один клевер. Зло.
А что если поставить и клевер и все вместе, он, видимо, больше семьи будет. Но будет меньше удачи. Так, ну и куда нам? Короче, не смог загадывать, почему? Я ж победил. Что получилось из этого? По-моему, какие-то... Какой-то, по-моему, внешний вид я получил. Я не понимаю, как мне приодеться. Оно тоже было. Придется в главном офисе, понял? Да, блин, вечно я на М жмякаю. А что-то я не совсем понимаю, а как мне тогда сюда? Ну, сейчас сюда залезу, тут дверь откроется. Было бы неожиданно. Я понял, как мне туда. Кажется, понял. А мы все знаем, что игра закончится титрами. Спасибо большое. Так. Ни разу не подозрительная музыка. Я знаю, что такое Т-20. Я как бы ДНДшник. Немножечко. Приветствую, Боузер. Получите бухгалтерию по-прежнему, утверждает, что не получила мои отчеты о расходах. Они говорят, что квитанция, вероятно, потерялась в пневмопочте из-за сдвига или зоны соприкосновения или еще какой-либо подобной чертовщины. И что, если у меня нет оригиналов, они не смогут подтвердить мои расходы для их возмещения. Это хрень какая-то. Почему мы вообще используем эту чертову пневмопочту, если она просто выплевывает нашу корреспонденцию в каком-нибудь другом чертовом измерении? Просто
Проветри здесь, прежде чем подать официальную жалобу. Бесполезный кусок дерьма, а? Родригес. Здравствуйте, Рано. Тоннель скатился? Чем это? Гора с очень глубоким и крайне важным психологическим сюжетом. Так, запомню, да, я видел. Ё-моё. Привет, Самогилова. Как тебе начало осени? Скучненько немного, к сожалению. По играм ничего толком нету. В отпуске особо делать нечего, сижу в офф играю. Унылота, так сказать. Так, это, кажется, не те бочки, которые мы ищем. Улица, отличная погода, да, прям замечательная. Сарказм, сарказм. Чувствовал, может быть, дальше разовьется, пока только причин стрелять придумывают. Да, вроде пока и причин стрелять-то особо нету. А, вижу. Она разве куда-то не сюда? Я думал, нам мы вот через вот эти вот дырдочки. Медичина, блин, разрушительница. Вторую лестницу, да я вот пытаюсь. Здравствуйте, Лан. Первая безопасность, секретная секретность, здоровенный поменяющий жерло во всю огромную стену. Чем мне нравится, по-моему, весьма секретно. В жизни не догадаться, что такая херня есть. Я пробовал прыгнуть в рывок, не помогает.
Вот нам надо сюда. По идее, как-то вот говорят, что здесь вот есть проход, но я его найти никак не могу. Может быть, его и нету. Зам это внизу упал, да фигня какая-то. Тут 99,9% случаев падает. Ну фигня какая-то. Может быть, надо не снизу, может, надо сверху как-то. Хорошо, хотя бы он сверху спускается. Но тут баба как бы не позиционировалась вроде как икона феминисток, даже близко. Причем странно, это же Remedy. Ubisoft какой-нибудь. Так, ну, по крайней мере, мы нашли, куда идти. Тоже плюс. Элеватор сброкен. Гайд даун зе олд-фэшн вэй. Мне, с другой стороны, интересно, столько, блин, убежишь, и все они пустые. А если там кто-то есть, и при этом у него нет вот этого... Ну, как бы... Ну, защиты, которую мы пытаемся всем выдать, это руга. Если она откроет, то там все как раз умрут. Безответственно, по-моему. Скрывает все убежище подряд. Ну, действительно хардкорненько. Ну, олдскульненько. Как-то у меня в голове эти два понятия перемешались. Оп.
Я думал, сейчас труба сломается. Здравствуйте, Вида. Странно то, что вот такая херня существует во вселенной Макса Пейна. Вот это странно. Блин, вот это... Это не очень вовремя. Но помимо... Не, ну да, теперь понятно, как Максим все время замедлял. У него, наверное, какой-нибудь артефакт силы был, поэтому он... Знаете, волшебные наркотики. Которые он применял, и время замедлялось. Ох уж этот Максимка. Следовательно, из него стреляет, потом открывается портал в невообразимое измерение, оттуда полезает непередаваемый ужас. Жирно скажите, что не смеетесь, не смешно. Юмор. Ага. Я думаю, из портала до Жириновский вылазит, тут это было бы страшно. Нам нужны дополнительные алмазные диски как можно скорее. Надо раз непрерывной кромкой, чтобы получить чистый рез, как того требует сектор исследований. Ну и мощная хрень тут, знаете, черный камень. Диски вылетают, как будто сделаны из чертового пластилина. Размеры требуемых им плит из черного камня просто возмутительны. Несмотря на все неудобства, которые они нам причиняют, эти чертовые просеки невероятно эффективны. Вдвойне количество в последнем заказе. Вау. Вау. Реально круто. Главное, совсем понятно, какого хрена здесь псевдо-небо? На самом деле, так я, конечно, понимаю, что это здоровый джипешник, но, блин, просто псевдо-небо, с чего вдруг? Ah!
долбанный камень. Что-то какая-то невидимая бубуня здесь происходит. Мне это все совсем не нравится. Хилки! Ах ты ж кривой, ты мать твою перемать. Не знаете, это такое себе занятие на самом деле. Деконструирование модов. Во время моей ежедневной проверки безопасности в зоне сопротивления карьера мной был обнаружен весь экипаж в состоянии чего-то. Вся группа была выровнена и смотрела в одном направлении, находящегося на расстоянии города. Несмотря на мои самые громкие попытки привлечь их внимание, они оставались неподвижны более чем много минут. До тех пор, пока мне не пришлось прибегнуть буквально к... видимо, к чему-то страшному. После они были ошеломлены и не могли дать никакого объяснения своему поведению или каким-либо конкретным воспоминаниям об участии в этом. Мои официальные рекомендации для любой команды, работающие в зоне соприкосновения, является либо сокращение продолжительности смен, либо проведение обязательного психологического освидетельствования на еженедельной основе, или желательно и то, и другое. И, возможно, нам следует организовать очередную экспедицию в город. Надо идти куда-то вставлять. Оп. Еще один. Не улавливает ли кусочек призма? Срань, блин, бессмертная. Зараза. Блин.
Это древний первый дом. Тут всякая паранормальщина с мира собрана. Девчонка пришла такая, типа за братом, а ее сделали новым директором и сказали, все, теперь это твоя головная боль, разбирайся. Вот она бегает, разбирается. Ну, да, если в двух словах. Кажется, надо зацепиться за одну из этих вот фиговин, которые там ходят. Ну, а может и нет. Да. Да, обязательно. Делать мне еще ничего с ними драться. Hi, Jesse. Mm-hmm. Анализ угрозы со стороны ИСов, часть 2. Исследователи были отправлены для шифрования рекурсивного пения, повторяемого сущностями ХИСов. В интересах безопасности это было сделано с неагрессивными парящими сущностями ХИСов, однако не наблюдалось никакого различия между этой повторяющейся фразой и повторяющимися более жесткими сущностями, жестокими сущностями ХИСов. Какова цель этой повторяющейся цепочки слов? Именно так ХИСы заражают людей? Возникают ли в результате пения физические эффекты? Это послание, может быть, пение? Мы смогли записать повторяющееся пение из первых уст. Прослушайте соответствующую аудиозапись, полный отчет в файле. Сейчас, в принципе, интересного-то и нету. На эти фиговины, по-моему, жрут вообще все, что угодно. Situation report. All sectors. Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it? She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codename P6. We brought him here after the ordinary event.
He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him? We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Ларин, пройдем проходить? Я не знаю, мы можем пройти, не можем пройти. Потому что мы его пройти вообще не можем пока. Куда идем мы с Пяточковым? Не сюда. Сюда? И не сюда. Мы на какой-то новый этаж идем. Так. Сектор содержания. Кстати, да, надо одежду глянуть. С модами мы собрали модов уже нормально. Мы поставили более-менее вменяемые, остальные нафиг уже не нужны. Так, а где тут приодеться можно? Jesse, when you were down in research, did you run into a Dr. Rhea Underhill? I didn't. Who is she? She was... is a colleague of mine. A researcher studying a kind of extra-dimensional mold growing below research. Well, I don't like the sound of that. No one does. Look, I haven't heard from Rhea since the Hiss arrived. Would you mind having a look around for her next time you're in research? Of course. Thanks, Jesse. Now, what's on your mind? I visited the quarry. What's the plan for all that BlackRock? The Bureau has used BlackRock almost exclusively for containment purposes.
See, I say branch out. Instead of boxes, helmets. Instead of blast shields, knives. Knives? Yes, knives. So many combat applications. Slicing, stabbing, gouging. Ножами-то, да, конечно, я понимаю. Sorry. I've been trying to get Darling to explore combat applications for years. I got a little excited. Wow. I did not expect that from her. А что, еще можно камень отколоть и камнем кидаться, можно швыряться, можно просто метнуть его. Ну, знаешь, всякое такое. Можно палку взять, как бы на камень вбить ее, вот это вот, будет молоток. С молотком тоже можно много чего интересного делать. Ну, понимаешь, да? Разные действия. Чё к чему непонятно, ладно. This place is looking good. Arish is making real progress around here. Right? This place is a fortress. With him taking care of operations here, I can spend more time analyzing the hiss. I've been attempting to isolate and neutralize the hiss resonance in blood samples, but no luck so far. So you can't reverse it? Not yet, but perhaps reversing it is too simple. See, if hiss resonance can rewrite human genetics, then perhaps it's a question of rewriting the hiss resonance. In theory, that could pave the way for custom human genetic alteration. I wonder how often the phrase mad scientist is used around here. Докаменные составных старого доброго сплава Телекел. Часть оружейного объекта директора, возможно, сделана из него. Не, стрелять камнями, конечно, тоже можно, но не совсем целесообразно с учетом того, что вы, во-первых, должны сделать вакуумную пушку. Во-первых. И таскать с собой заряд, ну, как бы, запас камней. Ну, или можно сделать сраную катапульту, знаете, поставить ее, как бы, кидаться камнями через катапульту. Ну, а чё нет? Зачем сдерживать себя в чем-либо? Вот мы делаем ножи, сделаем сраную катапульту. Крибуши можно захерачить, чё бы нет. How is HRA production coming along? Better than expected. We've already made enough to get people out of a couple safe rooms. They're here, alive, thanks to you. We never would have lasted this long if you hadn't walked in those doors. You deserve thanks too, of course. We got this place up and running together, Emily. I should be going. Enjoy your data. Oh, I will. Не кажется ли, девушка стала более рыжей? It's ridiculous. Pope's grasping at straws. Why? If this is a freeze, then why couldn't it vibrate molecules in order to alter human physiology? It would explain the hair. You heard, right? She's the new director. Где офис директора? Она не изменилась, мне что-то показалось, что она более рыжая стала. Здесь можно переодеться. Кто меня обманул? Кто меня обманул? Как вам не стыдно? Ну и ладно.
Одежду можно иметь только в точке контроля сектора управления. Ну вот сектор управления, вот точка контроля. А, вот одежда, все вижу. А че, все, два варианта. Ну, мне не нравится. Я думал, за DLC хотя бы пару костюмчиков дадут. Да, прям. Богато. Не, ну, могли бы за DLC, там, не знаю, хоть... костюм Евы раздать. Я был бы не против. Костюм только за предзаказ давали, бля. Фу, блин, надымили. Нормальный костюмчик лаборатории синхронности взять можно. Опять же говорю, если это не костюмчик Е, вот это мне очень интересно. Failure to do so will result in termination and possible bodily harm. Thank you for your attention. Село у них работаем. Твари не опасны, а хрен его знает. Может, я такой очень офигенный. Ну почему, у Ларки вроде есть классические костюмы, знаете, вот эта вот классическая Ларка, вот эта вот, треугольными титьками. По-моему, так и панцем насрать на все вот это вот, феминизм, не феминизм, им реально насрать. Че хотим, то и делаем. Хотим, делаем красивых девах в купальниках, хотим, не делаем. Ее перный театр.
хотим, делаем без купальников, да, вообще без проблем. Так, мне кажется, куда-то... Да не, не... Сколько тут этих ящиков, а? Так, делают, не делают, делают. Вполне себе делают. Вы просто не забывайте, что у японцев всегда есть в основном две версии игры. То есть они как бы делают игру, потом продают купальники, а потом продают моды специально, чтобы это все было без купальников. Потому что японцы знают, как надо продавать правильно DLC. Не вот так, как это продает я. Она знает, что хочет настоящий игрок. И знаете, как с визуальными новеллами? То есть ты покупаешь визуальную новеллу, все, а потом покупаешь отдельно пак 18+. И все. Нет проблем. Наверное, как бы разработчики, не? Пак 18+ есть на Порхабе. Ну, блин, ну, это, понимаете, вы это... Можете посмотреть на Порхабе, а можно самому покатать. Да то же самое, что как бы стримчик посмотреть, а можно вот как бы самому купить и поиграться. Пытаюсь понять, куда мне надо идти, я что-то ни черта не понимаю. Значит, я иду не туда. Покупал? Нет. Видел. Надо. Я в одном направлении, это слишком легко. Я смотрю, мы в Last of Us приехали. Невзначай. По-моему, это полугрибные монстры какие-то. А, помню грибы. К
Кстати, приколюху слышал. Ubisoft нанимает специалистов для разработки игр. Да, 4. Короче, сейчас есть AAA игры, а у Ubisoft будет квадриплые игры. То есть Ubisoft не такие, как все. Я удивлен, что это не я придумала. Если эта херня прокатит, то сейчас разработчики будут мериться количеством в играх. Блин, орки не могут быть грибными монстрами. Другие это просто грибы. С картошечкой, говорят, хорошо идут. A slippery blind spot, seemingly discouraging observation. It's a place of power, an ongoing AWE of its own, seemingly adhering to its physical outer constraints and yet constantly breaking the known boundaries of reality. It's unstable, shifting. Note, for more details on control points and the research and process to stabilize and secure the core sectors, refer to a separate presentation. After extensive research and investigation, the Bureau made the building its headquarters on November 13th, 1968. The Federal Bureau of Control was never out in the open. This was always an obfuscated, classified, top secret operation. So imagine our surprise when the building's observation resistant aspects began in some unquantifiable way to affect the Bureau as a whole. Напишу, что Ubisoft 4 проекта в разработке. Я про это и говорю. Идиотизм крепчает. И шутка хорошая уже. Донат, батл пасс, сезон пасс, лутбоксы. Ну, кстати, да, интересно. Опа. Кто-то, видимо, тоже впечатлен Ubisoft'ами. А как? Ну, не, майндфак решили, да, устроить вестибулярному аппарату? Ладно.
Конечно, начинаю понимать, как работает этот мир. О, кровяка потекла. Весело там у тебя. Since Dylan and I knew each other, I've wondered about him, what kind of man he'd grow up to be, for things as hard for him as they were for me. Maybe in here, they were even harder. Opa. Oh, hello. Is there something I can help you with? I'm Jesse, the new director. I need to get inside. New director? Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. I don't have time for this. Power and... I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated, away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV... It's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, Just do that. Here, I'll get the door for you. Телевизор вам все разносит, да? Please, ma'am. Mm-hmm. Call me Fred. Thanks, Langston. Конечно. Подчинить предмет силы телевизора. Вот это я всю жизнь мечтал. The Panopticon. Ох, ядрен батон. But that object of power might wreck this place before I find him. Все кончилось. Ну, давайте глянем, сможем ли мы еще одну пушку сделать. Улучшить хватку. О, можем улучшить эту фиговину. Урон при прицеливании, ну давай. Из этой фигни только вроде прицеливающие. Прицеливаясь, можно и стрелять. Другому никак. Я хоть разберем все остальное. Тут бубы не первого ранга.
Так, я так понимаю, что мы идем вниз, да? Да, блин, не ту кнопку. Так, ладно, почтовый ящик. Корзинка для пикников, хорошо, допустим. Вентилятор. Ну, от кувалда, кувалда уже, по крайней мере, уже зловеще. Может, у Бонхаммера, да? Один удар таким, и ты забанен из жизни. Навечно. Че, блин, за монстр из Red Dead Senpai, заметь меня. Запомнили? Он больше не может наблюдать, если он моргнет глазом, холодильник отклонится. То есть это где-то вопрос где-то здесь решается, да? Может, у нас свет просто рубанный? Object of power. I need to cleanse it. Ух ты! Фига себе! Еще сейчас будет босс батл с телевизором.
Так, ладно, все-таки может быть босс баттл с телевизором. Здравствуйте, Букс. Да, вот он. Отгады. Слушай, лучше бы схватить так, как... Вот это был бы очень страшный противник. Здравствуйте, Минстон. Что нам главное здоровье? Ну, то, что здоровье для слабаков. А быть маленьким, хилым и вертким. По-моему, никого... Ой, никого абсурднее Соловьева вылезти, по-моему, не может. Удерживайте, провел для... Бай. Класс какой. А чё? А. То есть летать я могу, но не очень высоко, в зависимости от поверхности. Понял. Тихо.
Ну, такое, я себе полет как-то по-другому представлял. Okay, dealt with the TV. Now I can find Dylan. А можно еще... А еще выше? Нет, нельзя. Так неинтересно. Совершенно внезапно всякие штуки начали тут появляться, да? Это же вертикальный геймплей начнется. Тщательно. Да что я тебя где-то уже видел? Где он что, моргает? Или мне показалось? Get well. Что написано? Get well. Все? Просто get well. Кулер. Это хорошо. Это очень хорошо. Dylan. So close. Да-да. Джесси. Не по телефону, да? Are you there, Джесси? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Джесси, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. We need to get back. I have to see my brother. Погоди, а мужичка, мы того спасти не хотим? Не хотим или хотим? Хотим, не хотим, чем мы хотим? А где надо просто кому-то сказать, да, чтобы он пошел и подежурил холодильника. Alright, I won't take up too much of your time today, though. Like I said, I want to talk about Jessie, your sister. What about her? I just want to get your perspective. What do you think of her? What kind of person is she? That sort of thing. I adored my sister. When I was little, I mean. Back in ordinary. And you don't anymore? When I first got here, sure. I'd always hoped she'd come too. Find me, to take me home. We went everywhere together. Why should this be any different? Casper said she could come too, to the Bureau. If she wanted to. But she never did.
Why do you think that is? Because she didn't care about me. She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. I guess she got what she wanted. Great. So she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions around here, you know that. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of ordinary? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait, we're not... А кто не хочет? Я тоже хотел. Сеструха он не очень любит, да? А чё, тут нигде нет зоны перехода? Могли бы поставить ленивую задницу. Слушайте, реально ленивую задницу, а? Погоди, там что-то есть, скажите. Все, спускаемся. Не, погоди, там что еще есть? А, там шестая зона, да, у нас. Допуска нету. Ну, организация, да, тут что поделать. Страшненько все. Are gone. I miss my desk. Do you like working at the FBC? Sure. I mean, yeah, the drama's a bit much, but I get better. Ну, я должен кому-то сказать, чтобы он его заменил. I checked. Better healthcare. That's not to say I don't like my job, man. Been here over 15 years. No one knows the Panopticon collection better than me. I'm close to them. I can't tell if that's creepy or normal here. How do you keep the altered items under control? It depends on the item. Each one has different needs. Ritualistic touches go a long way. Singing to them. Did he say singing? Flipping the lights three times, that sort of thing. It's not superstition if it works. Ну, ты не поспоришь, реально, если работает, это не суеверие. What's the difference between objects of power and altered items? Think of them like storms. Objects of power are like tropical cyclones or hurricanes for the uneducated. They're big, rare, and scary. Of course, directors can just bind the OOP and become the eye of the storm. Altered items are more like weird thunderstorms. Some may rain frogs, some may rain corn. But they all rain something. And how does the hiss factor into all that? It's changing them, making them aggressive. Now they're all raining, I don't know, knives. Knife rain. Nice metaphor. Did you work closely with Trench? Oh, he spent most of his time with Darling and all them. The inner circle. Not that I care. Trench certainly had his favorites. He did stop in occasionally to scowl and smoke. Did you know the Bureau has a no-smoking policy? It does. Just not for Trench.
Still, he is the one who put aside funding for the Panopticon. The man did have vision. Опять перевод кривой. How did you get this job? Started as a junior agent because my uncle knew a guy. From there, I got put on a desk until an accident left the containment sector severely understaffed. At which point, I got bumped up to management. Put in a steady 8 hours a day for another 10 years, and voila, supervisor. I just picked up a gun. Or a gun picked me. Вот кто-то работал, кому-то повезло. I'll be here, as always. Поддержи его морально. Чего поддерживать-то морально? Пусть он сидит, смотрит. А то вдруг холодильник сдвинется. Даже боже, какой ужас. Слушайте, а куда-нибудь туда улететь можно, интересно, или нет? Как думаете? Только я держаться могу. Допустим, 3 Даши. Там держаться. Не выйдет. Даже близко по времени не выйдет. Идите мне за ногу. По крайней мере, мы перенесемся куда-нибудь. Тоже вариант. Быстрое перемещение. She have to write everything in her made up gibberish code. Fucking Marshall with her CIA. Жетон музыкального автомата. Процитирующая жетоне музыкального автомата. I found this token. Any idea what it does? That is a jukebox token. Little bastards turn up in the weirdest places, like bad pennies. The Rangers use them to activate an old object of power. A jukebox, I assume. Does it have any good songs? Nope, just the one record. Hey, be careful turning it on, though. When it's playing, you get a free trip to the formation. The formation? That sounds ominous. Why does it send you there? The Bureau has been wondering that for years. I mean, it's just a pile of rocks built by God knows who, but... Well, researchers have confirmed it's in the same threshold as the quarry. Well, no one's ever been able to map a physical route to the formation for maintenance. So it's in the quarry. You just don't know where. Pretty much. We only send in annual expeditions to the formation now. Checkups, Salvador calls them. This year's team went in the day the Hiss arrived. Come to think of it, the song should have blown back hours ago. I can go in and take a look. I'd appreciate that. The jukebox is kept just past the security booth over there. Just put in the token and... Им даже поговорить теперь можно. What's the deal with BlackRock? Oh, fuck. Don't get me started on BlackRock. You know, ever since research found out that it blocks paranatural stuff, they have just been parading dangerous materials in and out of the fucking quarry. Fucking lab coats, man. Love making my job harder. Sounds like there's some tension between departments. Still, at least the quarry's got a good view of the night sky. You know, me and Salvador used to have after-work beers down there. What do you know about Dr. Darling? About as much as anybody, I guess. Head of research, loves to hear himself talk. All of those science types absolutely do. He's been acting a little bit psycho recently.
Although HR told me not to use that word, so... Everyone thinks finding Darling will lead us to the answers. But if he's completely lost it, then what help could he be? Глаза у нее классные. You're security, right? Ну, сделаны классно. Not often. Rangers are specially trained in threshold reconnaissance and ground zero AWE response. Security is more interested in the dangers inside the bureau. They must see some weird stuff out there. Oh yeah, definitely. You know, every week they are tackling things that were previously unknown to the human experience. Most Rangers, they retire due to cognitive collapse. I looked up the medical definition. Not fun. Когнитивный паралич? Это что такое? Окей, Google. Когнитивный паралич. Ну-ка. Снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем. Короче, мозг умирает. Проще говоря. How does the bureau handle thresholds? Handle might be a bit of an optimistic way to put it. Marshall sends a rangers in to map them, check growth rates, locate epicenters, take samples, measure stuff, basically. Sounds like he's done his homework. Now, down in maintenance, thresholds are used just like any other tool. Lab coats mine black rock from one, maintenance siphons water from another. We use it for pretty much everything, except drinking. Why don't you drink it? Do I even want to know? Yeah, a lot of time we find these little chunks in it. It's pretty gross. I didn't want to know. What do you think of Marshall? Marshall? Marshall's a fucking badass. Rangers could not ask for a better leader. She's a little, you know, intense, but given the stuff she's seen, I'm not surprised. She does have a bad habit of disappearing, though. Where does she go? Last time she vanished, I did some digging into the security logs. I found camera footage of her entering the quarry. She was down there alone for days. Now, typically that's not allowed, but Marshall is kind of above the rules. I wonder what she finds so interesting in the quarry. Бедный человек сидит, пялится в холодильник. Пусть идет и пялится, кто ему запрещает? You're not the only one who's busy, you know. We're gonna get through this. Да как бы, не очень-то и сложно. Ну, контролировать точку контроля, завербовать чего? This is Lynn Salvador, head of Bureau Security. I'm making a formal security order due to the incident in April. Case number... Где автоматик? Improper use of the jukebox altered item led to two fatalities. А, вот. A pair of agents used the jukebox to travel to the quarry threshold and engage in inappropriate workplace behavior. Ах ты, блин. An expedition team found them decomposing at the formation's base a week later. At least we found out the jukebox doesn't bring corpses back when the song ends. I'm having the jukebox placed in a secure location in the executive sector. It should never have been accessible to low clearance staff in the first place. The new location security and proximity to a high traffic area will prevent misuse while still allowing for expedition teams to access it when required. See me for any further details. Программа «Ночная Америка». Программа «Ночная Америка» успешно действовала на протяжении многих лет. Изначально созданная для дезинформации скептически настроенных американских граждан, программа давала возможность гражданским позвонить и рассказать о паранормальных явлениях, что дополнительно привело к открытию множества АМС и измененных материалов. Фактически, это благодаря «Ночной Америке» бюро стало известно и в первый же год существования программы. В настоящем учете сектор расследования каталогизировал и классифицировал каждый эпизод «Ночной Америки», который позволил бюро провести успешное расследование и проанализировать случаи МС. Дополнительные результаты на сайте Springs также были каталогизированы в отдельном отчете. Полный отчет в файле... В общем-то, опять...
Я понял. И что будет, если я сделаю... Сложная экспедиция, которой даются редкие награды. Экспедиция с высокой сложностью, которой даются идеальные награды. И самая сложная экспедиция, за которую даются абсолютные награды. Давай попробуем. А следует очистить все 4 острова. Так я думал, что ничем хорошим это, в принципе, не закончится. Опять гриндилка, блин. Гадская гриндилка. Ну, а все, только один раз, да? А вот работает. Ну, это было несложно. Зараза. Сейчас какой бронированный-то. Да, жёбаный кровь.
Можно я подберу мини... Нельзя, да? Ну ладно. Я это запомню. Здравствуйте, феномен. Да, спускайся. Эй, работай. Держи. Он набирается в основном из осужденных объектов человеческой расы, людей, очевидцев или взаимодействующих объектами, содержание постановки, содержание для добровольцев. Согласно ключу, возможно, перевод в класс D сотрудников всех организаций вследствие соблюдения внутреннего регламента или иных событий. Ну, понятно, в общем-то. Расходный материал. Красные рубашечники, так сказать. Ух ты. Бах. Ну, я тебе сказал, бах. Сколько волн тут должен держать? 3, судя по... А, блин. Если честно, я думал, что это какой-то DLC. Зараза. Не взрывайся, ядрам батон. Аллилуйя. Thank you.
Здравствуйте, Листопад. Не, ну экшен такой, знаете, экшеновый, я бы сказал. Shit. Ну, так тоже можно, да, оказывается? Там, господи, да, в этой фиговине еще будет под конец. Босс полувертолет. Передать пищаги не хватило. Биометрические журналы погибших рейнджеров. Ну, хоть звука добавили. И на том, знаете, спасибо. Блин, ну не шумите так громко, ничего же не слышно. Самое простое было.
успею ведь, да? Интересно, как DLC все-таки попасть? Ну и последний. Эй, куда? Хрена возьми, полетчик. Жесть зараженную. А, жесть зараженную. Ну, вроде тоже несложно. Да-да-да. Ну, кубоидов я смотрю примерно 3, да? Вон она еще идет. А ты, зараза, хватай вот эту буйню, суй ее сюда и текаем с города. Ой, ты, блин, прям за... Он только что жопкой ракету сожрал. Анус пожиранус, так сказать. Не дай бог, все с самого начала начнется. Я просто плюну на все и... А, последнюю зачистить. Ну, почти заново. Так, ну где эта фиговина? Давай. А, я могу прям с ней дашиться. Ну, удобно. Надо гребаного лекаря вот этого убить. А, вот раз без лекаря, да? Кидай ты! Хил! А чё они такие мощные-то здесь? Чё-то прям как-то и чересчур даже мощные. Так, я не понял, материал где?
они теперь прям сразу здесь. Последний теперь бегать искать надо. Так, бафферы снесли, это самое главное. Фак, времени мало. Сейчас главное коней не двигать. Я как знал, что какой-то сейчас босс батл будет. Прям жеваный крут, я прям жопой чую. Извращенный турист, а? Где это гребаное поглядение? А, вот оно. Жопу такую экспедицию. The song ended. Какая лютая, тут, не знаю, лютая срань просто. Так, ладно, что у нас по станку стоим? After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? Никак он. Наверное, а где он? He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded.
Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother? Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful. Странно, тут летать я не умею. There you are. Did you find those rangers at the formation? I found them. But it's not good news. The Hiss got there first. Lots of them. Oh, another dead team. Jesus. You know, I should have seen this coming. The formation, it's got like a pull to it. Things just end up there. I'm sure you saw all the junk from the Bureau lying around. There were a lot of Hiss, Arish. I mean, a lot. Did they get pulled in too? Or they forced their way in. The formation is just a big question mark to us. But who knows? You might even find some useful stuff down there. All I know is, we cannot let the Hiss get comfortable. Sounds like you have a plan. Uh-huh. A simple one. You need to find more tokens and clear the Hiss the fuck out of the formation. That is simple. Mm-hmm. Oh, and I found while you were gone. You take a look for yourself if you want. A lot of the terms in there are way beyond me. I don't like to overcomplicate these situations. When in doubt, fuck it. Shoot something, right? Real helpful, Arish. I try. Знаете, по крайней мере, анимация у них довольно прикольная. Мне прям нравится. Здравствуйте, Ревенш. Там же гасительство. Да я что-то как-то забыл, видимо, про это. Как нам куда-то... На верхнем уровне. Верхний уровень... А, ну вот они. А, может быть, они сюда? Ух, едить меня за ногу, это что такое? Получение лисибо в случае, если вам неизвестно, что привело к дублированию записок стикеров в моем офисе, теперь мой офис не пригоден к использованию. Я буду работать из дома до тех пор, пока эта проблема не будет решена. Связаться со мной можно, позвонив на сотовый или на домашний. То, что в игре не упрощается, это ладно. Да что ему покопаться интересно. Как вы такое сконструировать умудрились? Sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The Hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this to be true. Can you stop that? Please. No.
Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You! You came in through the hole in you! We let you in, you've always been here! The only child! A copy of a copy of a copy of a copy! Stop it! Orangefield! Shit! Shit! He can see you! This is not safe! We found Polaris together with my sister when we were very small, in ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The air cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the altered world event in ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream, baby. Baby, baby, yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut this off the slide projector, maybe that will stop the hiss. In your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for this light projector. You can help me. We can end this. Еще можно еще пообщаться? Давай еще пообщаемся. I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan. Ну, так довольно. Can we talk? Я даже не знаю. I'll tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. Гребаный майндфак, блин. I was back in ordinary. Before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. Mm-hmm. But then the Bureau came and caught me, brought me back here, locked me up. Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything.
Don't you find that weird? I find that weird. Sure. По-моему, Дилан — это как-то мужское имя. Is he trying to mess with me? You are a worm through time. Я на что-то намекаю, ну-ка. Maybe Dylan's still in there. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. This again? I was going to be the new director of this place. I helped you get a job here, so that we could be together. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way, forever and ever. It was nice. Really nice. Опять перевод неверный. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. Хорошо. Playing. And then it shifted again. Браво. Maybe it was another dream already, or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office and something, 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 something. And that's all I can remember of that dream. Maybe that's for the best. Блин, диалоги с ним хорошо сделаны, и актер неплохо отыгрывает. Maybe I can learn more about the hiss from him. Can we talk? I just had an interesting dream. А мне интересно, он говорит, охерительно рассказывает. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change, yeah? This dream was about the hiss. Best I'm gonna get. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay, thanks for sharing that. For the record, that will never happen. Not as long as я прям сижу и балдею от анимации. У него прям на охерительном уровне. Any new dreams you'd like to share, Dylan? I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real. Like reality. And reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Dream where my brother endlessly tells me about his dreams. I was in a dark place. And there was a dark man there. His name was Mr. Door. And he told me that there are many worlds. Side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop.
In another world, the cop was real. Отслегикал на выки пошли. Himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there. But he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? I'm not wild about the idea myself. Еще много у него таких охерительных историй, но как бы они все не кончаются, не кончаются. Once more with feeling. Let me guess. You want to tell me about your dream? Yes. Yes. In fact, I'm having a dream right now. Oh. That's new. In this dream, I'm standing in the corner watching Jesse and Dylan talk about this very dream. This very dream. He said just now. And repeated it again now. И рекурсия пошла, все, я понял. Watching, and that's all I can do. It's as if I'm trapped there. And that's all I have to say about that dream. Okay, okay, Dylan. That's good. Все, я надеюсь. Is he still in there? Or is this the hiss playing mind games? I don't know. Все, наконец-то его охерительные сны кончились. Мне кажется, он оператор где-то сидит за камерой, и этот камеру приближает, отдаляет. Не, ну поиздевались они знатно. Молодцы, хорошие диалоги. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing. Even got rookie status. Anyway, not the point. My own ranger squad was a great bunch. There was six plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hepton, Stahl, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find them for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay hiss. I have to go. You're not the only one who's busy, you know. We're gonna get through this. Так, ну чё, да? Найти программу по отбору идеального кандидата. Что за беспорядок устранить засор? Поддержанного яйца. Господи, ты боже мой, не хочу, не буду. Опять всякие дуб-квесты. Давайте хп чуть-чуть подкачаем. Куда нам? Через отдел логистики вправо. Погодите, а мы у него взяли разве? Ключ-карту? Или он нам ее дал? Или я просмотрел? Ладно, сейчас узнаем. Просто как он нам ее дал, если ну, за стеклом висел. А, в углу высветился уровень 6, понял.
Я понял. Видимо, тут какой-то то ли противогаз нужен, то ли еще какая-нибудь срань. Gibson, male, age 28, returned from the astral plane approximately 21st dive. Intense pressure behind the eyes and partial blindness. He has no recollection of his time in the astral plane and appears severely disoriented. Preliminary examination revealed no immediate cause, so we will be sending patient for x-rays and... What the fuck is that thing? Gotta burst right out of him. Call Black! Get Marshall! Резюме. Усопшему было сколько-то лет с неотягощенным анамнезом. Субъекта доставили после обнаружения в активной зоне соприкосновения на раннем этапе разложения, который по внешнему виду основан на деятельности грибка. Во время вскрытия было обнаружено, что плевральная полость трубы полностью заполнена грибком, известным как плесень, до такой степени, что медицинский персонал был вынужден надеть костюмы для дезактивации. Также процедуре препятствовали такие аномалии, как высокая температура тела умершего, колебательные движения мышц туловища, предположительно, но недоказуемо вызванные попавшимися газами. Вырывающимися газами. Обычные образцы, а также образцы тканей, запрошенные доктором Андерхилл, были успешно извлечены, однако следует отметить, что быструю регрессию за пределами организма носителя, причина смерти – проглатывание плесени. Ну да, что еще скажешь ты? Правильно. А мужик-то, кстати, все сидит и смотрит на холодильник. Аккумулятива. Урон при прицеливании. Энергия за попадание в голову. Это скорее для другого оружия надо более. Точность плюс 10, куда уж точнее. Пистолет с точностью попадания в голову, самое оно.
Наручить зеркало в лаборатории с синхронностью. Ну, это где-то дальше, я так подозреваю, нам по пути. А можно еще больше буквы, пожалуйста, знаете, а то у меня еще места на экране чуть-чуть осталось. Самую малость. Успел. Тут меня, по-моему, просто харкнуло и сдох. Какая прелесть. Времени-то уже много. Ладно, давайте закругляться на сегодня. Это поздно уже. Хоть пора. Может быть, завтра пройдем. Говорят, игра довольно короткая. Около 10 часов копеечками. Такая фигня. Итак, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. И помните, если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте, ну и канал на Ютубе. Еще можно комментарий оставить, чтобы просто мне было приятно. Ну, или друзьям расскажи, чтобы какая-то реклама у канала была. Вот. Надо подумать, что еще взять у нас. Что еще взять на стримы? Что бы еще взять? Даже не знаю. Когда контрол кончится? Потому что вариантов что-то как-то все меньше и меньше становится. Мне это гнетет. Скорим. Обязательно. Обязательно скорим. Можно Якузу попробовать. Или Персону 4 вроде как перевели. Я что-то боюсь, что Персона 4 не зайдет. Ну ладно, не будем о грустном. Вот запись топ.